Здравствуйте, сегодня наш канал Vlog My Life. И короче, у нас такая возникла проблема. Это Альфа. Мы короче по этой прямой летели 120. И тут у нас короче возникла такая проблема. У нас... То оказывается на скорости 80 км в час нельзя включать первую. Мы короче 120 ехали и включили, ну где-то мы сбавили до 80. И, короче, включили первую передачу у нас. Вот видите колесо? Вот колесо вот так прямо стояло. У нас ее вот так выгнуло. Вот, да. Вот. Альфач там разговаривает, но это ничего страшного. Вот Яким, обладатель патрона. Да, Яким? Ну ничего, мы сейчас сделаем. Думаю, повалит. Скажи, я сегодня даже на патроне валил, а он не сломался, а? Прикол, короче, ребята, у нас сегодня вот этот владелец патрона вваливал на нем, и он не сломался. Ну, Яким у нас просто неудачник, по-моему. Давай, Альфач, сделай. Альфач, что ты у нас делал? Да не, на прямой. Да. Покажи, вот. Было. Короче, вот смотрите, вот колесо прямо стояло, да? Вот колесо прямо стоит, она была вот так вот. Мы думали, погнула раму, но ничего страшного. Это, оказывается, не рама, это был натяжитель. Мы сейчас где-то в 2 километрах от дома. Сейчас там, да, где-то прямо, дома. Прямо. Дома там прям, конечно, дома видно. Ну вот Альфач ремонтирует свою Альфу. Ну, это значит то, что надо ставить плохие шайбы в экстренных ситуациях, они просто не ставятся. Альфач.